Когда он умер, уже моему сыну было 5 лет. Вот он был простым сельским учителем, родной, который жил сейчас в Гарпусе, в Витебске. Вот. Он был учителем сельской школы. Вот пришли эти изгнанные, да, по-другому не скажешь, нацисты. И кого в Германию угнали? Вот мою тещу, мать моей жены, ее угнали с матерью в Германию. Они случайно остались живыми, попали в концлагерь, их увезли на работу, и они потом вернулись домой, слава богу. Да? А дедули мой, бабули, они сельские жители обычные, никого не трогали. Когда немцы пришли, ну, им пришлось идти в подполье. Потом он партизанил, воевал там, сколько ему лет было? 18, когда пришла война. Он только-только выучился в это самое училище педагогическое, стал учителем. Вот, ну там Хоц, Машканы, не важно, сельское место. А потом был партизан, был ранен, конь был там, чуть не погиб. Месяц почти лежал без сознания, не приходил. Потом пришел в себя как бы. И всю жизнь отработал потом. То в школе, то директором, то заучим, потом директором, потом там. В милицию пошел, в детскую комнату милиции, детишек тех самых, после войны нужно было там караулить их, чтобы они не пропали. Это дошло до парней, вот что вы рассказываете? Ну, я очень надеюсь, что дошло, потому что в каждой семье, каждую семью, особенно нашу белорусскую, эта беда затронула. Тем как бы знаменательнее этот день, День Победы, и я считаю, что он еще долго будет, да, наверное, сменится поколение, немножко это притупится, уйдет на задний план, но это подвиг, который сделали наши предки, они, ну, он вечен, так же, как вечен сегодня подвиг тех же наших предков в 1812 году. И сейчас это, ну, нельзя забывать свою историю, нельзя ее предавать тем более. Поэтому я очень надеюсь, я даже вот искренний интерес увидел со стороны бразильцев. Им объяснили по-простому, вот проще, ну, вообще не бывает. Вот была мировая война, мы в ней победили. Мы никуда не ходили, к нам пришел враг, хотел нас уничтожить. 3 миллиона из более чем 9 миллионов белорусов погибли, умерли во время этой войны. Но мы победили, мы выжили. И так должно быть всегда. А чтобы это было всегда, нельзя этого забывать. Это коротко.